Всем пламенный васап, пацаны, с вами Отрицало, это новый ролик рубрики проверки пабликов CS2. Этот ролик, пацаны, получился угарным, потому что меня проверили целых 3 админа. Я опять троллил их своим вирусом. Ну а также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А играл я с топовым приватным читом X1. Приобрести вы его можете по ссылочке в описании. Также там есть все мои конфиги. Ну а для тех, кто здесь впервые, я объясню, в чем суть рубрики. Я захожу на паблик софтом, начинаю играть палевно, чтобы админ вызвал меня на проверку. Ну а дальше уже на проверке стараюсь скрыть чит. А еще, пацаны, на протяжении этого ролика я оставлю 3 промокода на чит X1 по 7 дней. Поэтому смотрите ролик полностью и до конца. Ну что ж, не буду затягивать. Погнали к ролику. Ага. Нормальный прострел сквозь стену, ребят. Что это софт? Не Кира софт. В общем, да, пацаны, мой счет 15-2, ни админов, никого, абсолютно всем все равно. Поэтому идем next. Ребята, что, Экзист играет? Экзист, а ты что, читами играешь? Кто? Экзист, хоррор. Кто? Что-то прям такие выходы у него жесткие. Что-то меня пацаны, походу, начинают подозревать. Слушай, по-моему, у тебя это говно. У кого есть хоррора? Давай дискорд хоррор. На поверку пойдем. Опа, вызывают меня. Давайте скинем админу дискорд, но перед этим анхукнем чит. Заходим в разное и выгружаем софт. Дальше заходим в диск C и папочку X1 переименовываем в SoundCloud. Ну а перед тем, как мы продолжим, я хочу порекомендовать вам топовый сайт CS Case. На этом сайте очень много бонусов для новых пользователей. Например, мой промокод Отрицал, который дает вам бонус 15% к пополнению. Также здесь иногда проводятся ивенты, раздачи, и каждый день можно крутить бесплатное колесо удачи. Ну что ж, давайте попробуем открыть какой-нибудь кейс. Давайте, к примеру, откроем кейс Латекс. Давайте штуки 3 за 1200. И нам выпадает, кстати, неплохой дроп на 1900. Хорошо, оставляем. И давайте откроем еще один кейс, например, ограниченной серии. Давайте штуки 2 за 1600. Опа, кстати, был очень близко нож. Но нам выпадают вот такие вот скины, очень даже неплохо. Теперь заходим в режим апгрейда и давайте прокачаем, к примеру, вот такой вот ФАМАЗ. На вот такую вот эмочку. Шанс у нас 54%, давайте попробуем. И да, отлично. Теперь давайте зайдем в контракт и закинем все вот эти вот наши шмотки в контракт на сумму 6100. О, пацаны, перчатки спецназа полевой агент за 15 тысяч. Вот это мне сейчас повезло, пацаны. Также на CS Case постоянно проходит раздача. Ежечасная, ежедневная, еженедельная, еженедельная фри. А еще во вкладке заработать вы можете поднять кэш, даже не уходя из CS Case. Ну а ссылочку на данный сайт я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь по моему промокоду и забирайте топовый дроп. Ну а мы переходим к ролику. Здравствуйте. Да, здорово. А что произошло такого? За что меня вызвали? Да, играешь ты слишком хорошо. Прям, я бы сказал бы, экстрасенс. Ну, есть немножко. Есть, нету? Есть. Есть такое, да. Ну, то есть, что, тебя даже не проверять, что ли? Ты прям признаешься в открытую? Не-не-не, я говорю, я экстрасенс, я не читер. Ну, сейчас проверим. То есть, мне много кажется, как бы, ну вот. Ну, я много понимаю об игре, так сказать. Надо. Да-да-да. Так, слушай, давай ты сейчас экранчик пошаришь. Угу. А что, вот. Что сделать? Экран пошаришь. Это что значит? Демонстрацию экрана включи. А, ща. Так, давай, сворачивай игру. Выходить из нее? Нет, свернуть. Нажми кнопочку Windows. Я просто не могу свернуть. На клавиатуре. У меня она в полный экран и в окне. Я только выйти могу. Понятно. Оставайся здесь. Так, тогда возвращайся в Discord. Ничего страшного. Вот тебе, короче, ссылочка, да? А там программка. Посмотрим, что ты запускал параллельно с CS-очкой. А там вирусов нет? Конечно, есть. Как же без них? Блин, я если там вирусы, то я не буду скачивать. Ты уже скачал, уже если ты скачал, они уже появились. Поэтому тебе бояться больше нечего. Открывай, не ссы. Так, смотри, давай начнем с... А вторая папочка. Стойте, давайте я сначала проверю на вирус Total. Да, а то я проверяй, боюсь. Господи. У меня такое часто бывает, что вирусы кидают. Только это zip-папка, и если там были вирусы, они у тебя уже появились в системе. Поэтому это уже бесполезно. Ну ладно, поверю вам, товарищ администратор. Ой, блядь, это дохуя всего зашифровано, ну понятно. Да. Я хакер просто. Хакер, а зачем шифровал? Шифрую хакер. Все свои данные. У меня тут много важных активов. Там биржи, крипто Binance, там туда-сюда. Да. Ну давай все равно попробуем. Нажми Action Time, вот столбец Action Time, нажми на это слово. Он слева сверху. Вот это? Да, вот нажми сюда. Да, и еще раз нажми. Да, вверх. Блядь, 4000 год. Ну понятно, короче, бесполезно. Я понял. Да.
Да, понятно сейчас. Да-да, я в будущем живу, я путешественник во времени. Закрывай, давай другим попробуем тогда. Давай вот, выходи на уровень выше. Вот сюда? Шелбак? Шелбак, давай. Аналайзер. Давай, шелбак. Клинер. Да-да-да, анал. Всё, аналайзер, шелбак и клинер, да? Все вместе. Да, нажимай кнопку анал из. Давай, из анала, да? Что такое ксон удалённое у тебя? Даже не знаю. Но это диск С. Диск С, он только что удалял. Можем сейчас зайти проверить. Так она удаленная. Так вот же она. Ну и что ты еще создал? И что там было? Открой. Там? А, ну там сейчас файлик будет, да-да-да-да. Я понял тебя, да-да-да. Что? Да-да-да, закрывай. Давай, закрывай, я понял. Это чит, да? А что за программа у тебя? Ну я биты пишу. Биты фотошопом пишешь? Занимаюсь, да. Да. Я рэпер. Я еще и этот, в биткоин вкладываю. Куда? В биткоин. А куда? В биткоин. Какая площадка, какая биржа? А вот ты биткоин. Пропизделся. Вот ты пропизделся. Ладно, Binance. Ты не вкладываешь. Понятно. Так, ладно, давай это с этим понятно. У тебя тут ты опять подготовился, понятно. Тут ничего не получится. А вот это не будем смотреть? Да, гейская ты. Ну, я не люблю смотреть порно, тем более жесткое, а тем гейское? Более гейское. Да, читы. Гейское вы не любите смотреть? Не, не дошло, пробовал, не дошло. Бля. Давай этот, закрывай вот это вот все дело. Давай посмотрим, знаешь что? Он у тебя слева снизу. Вот это? Давай даже. Нет. Блять, без ВХ. А унитаз супер смыв. Не будем смотреть. Ну, это, конечно, очень интересно, но нет. Открой свой браузер. А вот фотка X1 вас не смущает, да? Да я же уже видел ее. Нет, этого не видели. Пенал. Пенал. Пенал — это глагол или существительное? Пенал — это на парте такой в школе лежит у всех. А, я думал пенал в смысле по лицу, когда чувак лежит на полу. А, ну это, блин. А что-то чит-меню, а ну ниже опустись, ниже, нет, ниже, вот чит-меню. Вот это? Что-то такое. Да, о-о-о, ну понятно, ебать. Шесть дней не срал. Блядь, жалко, ладно. Ну это моя фотка, когда я не срал 6 дней. Понятно. Я такой же, типа, толстый. Раздутый становлюсь. Ну, вижу, у тебя интериум какой-то, но я уверен, что ты опять туда какую-то херню запихнул. Ну вот тут полюбасу читы жопу ставлю, вот тоже вот у меня. Ну вот. Ты жопу поставил, жопу проиграл, все. Так не я же ставил. Так ты ставил, твоя папка. Ну твоя папка. Не-не-не. Так не работает. Моя жопа остается в целости и сохранности, надеюсь. Да. Так, в общем-то, мне дальше, да, играть? Спасибо вам, товарищ администратор. Да, можешь пока поиграть, да. Ну, будут какие-то опять неприятные моментики. Угу. Будет еще одна проверочка. Еще раз глянем. А как вам картинка, кстати, на рабочем столе? Ну, конченый, да. Понятное, ну, прям про меня, да. Да. Ну все, спасибо вам, товарищ администратор. До свидания. Да, давай, до свидания. Вроде бы и нормально, пацаны, даже у меня чит не спалили, с кайфом. Опа, ребята, тут игрок пожаловался и пишет, проверь типа. Четвертое место КТ. Тут админы есть или похуй всем? Или я могу рейдж включать? Просто я хочу с рейджом поиграть, пацаны. Можно здесь поиграть? Да, админов нет. Все, с кайфом, сейчас включу. Все, пацаны, мне разрешили на паблике рейдж включить. Сейчас включим рейдж, пацаны. Эксинтел, тоже скидывай свой ДЭ для проверки. Понимаю. У тебя есть 2 минуты. Да, конечно. Скину я вам дискорд, когда вы меня уже узнали. Мне легче просто взять и выйти с сервера. Да, пацаны, погнали, next. Опа, ребята, пишут, проверьте хоррора. Походу, меня сейчас вызовут на проверку, пацаны. Ну да, счет у меня 33-8, конечно, достаточно такой подозрительный, я бы сказал. Так, я, пацаны, написал, что я только с админом пойду на проверку. Мне говорят, у меня 10 минут. Я не знаю, давайте уже скинем им дискорд, пусть они сами там разбираются. Так, пока админ добавляет нас в дискорд, отхукаем чит, пацаны, и переименовываем папочку. Здравствуйте. Здорово. Вы администратор, да? Я Олег. Какой Олег? Обычный. Я вообще-то с администратором хотел пообщаться, а не с Олегом. Ну сойдет же. Что? Ну сойдет, думаю. Не сойдет. Почему? Меня же на проверку вызвали. Ну, тогда я Олег администратор. Хорошо, что нужно делать, товарищ администратор? Ты в спектра зашел? Да, зашел. А я нет. Что делать-то надо?
Ну заходи по ссылке, скачивай файл демку для начала. А он без вирусов? Ну с вирусом, думаю. Блин, я тогда не буду скачивать, я боюсь. Меня уже взламывали так. Ну без вирусов точно, да, товарищ администратор? Реально боюсь. Да не ссы в трусы, салага. Да ссу я очень сильно. Не надо бояться. По ночам аж писаюсь от такого. Понимаете меня, товарищ администратор? Бывает. Че, открывать? Только не ссы, открывай. Эксе. Вот это? Открой второй. Точно без вирусов? Да, я просто себе на компьютер не скачивал. 1, 2, 3 вроде, да? Хуй знает, 1, 2, 3, я не знаю, не тот пароль. Напиши 1, 2, 3, 1, 2, 3. Не подходит. Я маму ебал. Что делать, товарищ администратор? Пиздец, короче. Так я второй открывал, первый открывать? Ты второй открывал, значит третий. Так третьего нет, здесь два всего. Ну, блядь, типа, вот, ну, второй, значит, тут, типа, я первый считаю тоже. Так я открывал, ничего не открывается, товарищ администратор, я не знаю, что делать. Ах, ты меня так называешь, блядь. Как я вас называю? Я к вам с уважением, товарищ, обращаюсь. Я же не какой-то быдло, блядь, с улицы, я отлично учился. Сейчас в школе. Я по связям спрошу. Хорошо, хорошо. Алло. Может быть, 3-2-1, может, 4-0. Бля. Может, 1-0. Бля, ничего не подходит. А как вы так пароль-то потеряли, товарищ администратор? Как это так произошло-то? Сейчас порешаем. Расскажите. Главное не переживать. Может быть, без архива, без пароля, без программы или... Бля, ебаная, сука, прога, блядь. Понапридумывали, суки. Ну, я знаю, ее можно с интернета просто скачать, эту программу. С Andela Checker точно можно. У меня админ скачивал уже, когда проверял. Еще в CSGO, когда я играл. Бля, ну я надеюсь, я с какого-то рандомного сайта скачал, надеюсь, здесь вирусов не будет. Ну, там первая вкладка была. Ну, вроде да. Ну, значит, все нормально. Или третья, я уже не помню. Ой, бля, товарищ администратор, чё за хуйня? Бля, ну чё написано? Взлом жопы написано, товарищ администратор. Ну, значит, это и происходит. Пиздец, блядь, всё зависло, всё лагает, товарищ, всё пизда, я вирус скачал, походу. Думаешь? Да, пиздец, всё лагает, мне пизда, товарищ администратор, меня убьют нахуй. Думаешь? Вы посмотрите, чё происходит с моим компьютером. Угу. Ёбаный рот, бля. Я так и знал, что с первой ссылки нельзя скачивать. Какие-то картинки ебаные открываются. А, ну вот, кстати, программа запустилась, походу. Но помимо нее еще какая-то хуйня запускается, товарищ администратор. Нормально, пофиксится со временем. Похуй, да, на это? Да похуй. Вообще похуй? Ну так, немножко, ну не прям вообще. Блять, написано тут вирус. Мне кажется, пиздёж. Написано же, что вирус. И написано, что жопа вспотела еще, товарищ администратор. Откуда они знают? Короче, взлом жопы произошел. Но у меня читов нету, это 100%. Точно? Да. Вы можете меня отпустить. А, ты походу того сайта. Вот сайт, ща я скину тебе. Только я сам скачивать не буду, проверю ща. Чё-то я этому сайту и то меньше доверяю, блин. Ну тут картинки поприятней. Ну стойте, давайте я просто отключу защиту от угроз. О, скачалось. Ну все, блядь. Видишь, нахуй. Так, ёб твою. Ну это похуй на это. Это приколы, походу, от разработчика программы, да? Пранк. Так, это был бизнес-партнер. У меня тут дохуя вот читов здесь, видите? Я заядлый читер прям. Чит. Блядь, ну пиздец, пранкер ебучий. Да у меня очень дохуя читов, товарищ администратор. Ой-ой-ой. Я самый злостный читер вообще во вселенной, в принципе. Мамка, ты открывай-ка, быстро. Мамку? Да. А где она? Снизу, ниже. Ниже. А она удаленная. И папка тоже. Установить. Это папка мамка вообще-то. А читы тут. И читы, папка это папка. Что? Ну, читы тут. Такие. Ну они удаленные, видите? Нажми право. Когда ты 0.2? Ладно, нормально. Все нормально. Давно удалил. Ну как давно? Ну, 0.2, 0.1. Ну это уже прошлогодние пошли файлы, закрывай. Ну все, у меня нету читов, товарищ администратор. Открывай. Все, товарищ администратор, спасибо вам за проверку. Если игроки будут жаловаться, может меня забанить. Поэтому все, всего вам хорошего. Давай. Блин, пацаны, я думал, реакция на вирус будет поинтереснее, чем я думал, но в целом тоже неплохо. Целых 36 минут, пацаны, я с ним играл. 36 минут я с ним проверялся. Это проверка на читы, кидайте свой ДС в течение 2 минут. Пацаны, мне в Steam написали, меня админ в Steam решил проверить, походу. Это проверка на читы, кидайте свой ДС в течение 2 минут, отказ. Так, ну давайте напишем окей. Странно, конечно, что в Steam, пацаны, ну да ладно. Окей, выгружаем софт и переименовываем папочку X1 в SoundCloud. Кстати, вот этот X1 у меня фейковый, если что. Здравствуйте, товарищ администратор. Да, здравствуйте, я являюсь старшим администратором сервера. Привет, демонстрация экрана, пожалуйста. Это, конечно, было очень странное решение писать мне в Steam. Но... А мы не можем больше, у нас просто нет прав других. А, ну хорошо. Что мне, собственно, демонстрацию включать? Ну, конечно, спрашивайте. Вот, включил. Подозрение было, что вы часами играете. Ну да, я видел, там жаловались игроки что-то. Я говорят, что я там... Новый. Гандон, козел, я там.
Урод вообще. А мы замутим их. Последними словами меня обзывали. Куда заходить? Ну, вы зашли на демонстрацию крана. У вас просто интересно, у вас новый аккаунт, в принципе. Ага. Ну это... Что? Я тоже, если что. Это просто у меня рабочий стол такой, брат поставил. Хорошо. Он любит просто этот мультик. Вам программу. Вы сейчас против программы. Программу? А там вирусов нет? Ну, не знаю. Я просто очень боюсь программу скачивать. Меня взламывают часто. Не часто, но иногда бывают просто взламывают. Сейчас я вам скину программочку. Но вирусов точно нет, да? Ну, не знаю. Блин, ну я просто боюсь. Хорошо, давайте так. Жопу ставите, что вирусов нет? Ну, в принципе. Хорошая идея. То есть да. Да. Хорошо, сейчас проверим через VirusTotal. Если все окей, значит все окей. Окей будет, я думаю. Но я знаю эту программу, меня уже проверяли, я ее видел. Ну, это не знаю. Ну ладно. Поверю вам, так уж и быть, открою. X1, подождите, X1. На свой страх и риск. Что? Подожди, X1 у вас в загрузках висит. Мне интересно, что это такое. Ну так, к слову. Это картинка так называется просто. Ну я же говорю, брат скачивает, он любит просто всякие шутки. В общем, открываю, да? Открывайте. Ну я просто боюсь, а мало ли вирусы. Да не будет, не беспокойтесь. Ну хорошо. Это что? В смысле? Вот. Привет. Привет. Это вирус, и я буду жить у тебя на компе. В смысле? Вы мне что, вирус скачали, товарищ администратор? Почему это? Ничего не скачивал я. А вот, что это за иероглифы у меня? Мне сказали, что вирус на моем компе. Вот прикалывался, алло. Давай скачивай. Вирус открывай на компе, прямо. Товарищ администратор, жопу взламывают, товарищ администратор. Что делать-то, я не знаю, что раз такое. Что мне делать, вы мне вирус скинули, товарищ администратор. В смысле, не было у такого. У меня взлом жопы пошел, товарищ администратор. Я все время скачиваю программу, не было такого. В смысле? Так вот же взлом жопы. Ну надо закрывать программу, мало ли комплекс ломается. Жопа вспотела, товарищ администратор. Закрывайте быстрее. Это вирусы? Ё-моё. Товарищ администратор. А что дальше делать, я не знаю, я боюсь. Блин, я не знаю тоже. До свидания. Это вирусы, да, вы мне скачали, товарищ администратор? Алло. Меня же поругают за это. Я не знаю, мне просто скинули программу, сказали проверять по программе. Блин, жесть какая-то. А что делать? Ну, попробуйте закрыть, пожалуйста. Сейчас. Ну тут вот жопу мою взламываю. Ну, блять, я не знаю, типа это стоит ли этого бояться вообще? Ну попробуйте. Это же вроде просто картинка, вроде компьютера не выключился. Очень поэтому... страшно. Ну ничего, мою жопу не в первый раз уже взламывают, поэтому. Во-во-во, все отлично. Так, давайте пройдемся по логам. Угу. Блять, пизда. Йо-й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 о. Жопа вспотела, что делать, товарищ администратор. Бля, ебать тут картинок. Сейчас, секунду. Закрываю. Да, уже слетел давно бы. Я еще да, получил. Конечно, мощно вы мою жопу взломали, товарищ администратор. Я прям не ожидал даже, что вы так умеете. Давайте перейдем ближе к делу. Давайте. Ну ладно, давайте папка CSGO перейдем. Ага, открываем, давайте. Midnight. Мастурбации не будет. В смысле, ноябрь еще. Ну вот так вот. Бля, это что? Нет, хватит. Пожалуйста, хватит. Опять вирусы, товарищ администратор. Что делать? Я не знаю. Блять, как они надоели мне уже. Закройте, пожалуйста. Вот опять мою жопу пытаются... Ну, пиздец. Иди нафиг, взлом жопы. Закройте, пожалуйста, владельца, у меня еще прилетит за это. Хорошо, я не буду. Давайте программу папки. Перейдем, давайте, загрузки опять. Ну, также документы и загрузки, да, хорошо. Так, катка ВХ. В КПС без ВХ. Ну-ка, давай. Так это в 2022 году было. Тут еще просто надо музычку послушать. Ну ладно, без нее будем. Как без нее? Включайте, давайте. Ну вот я тут играл, видите, вот играл в ММ. Записалось просто плохо. Это мувик такой. Мы можем еще унитаз Супер Смыв посмотреть. Давайте перейдем ближе к делу, иначе я прям сейчас вас забаню. Так, не, ну вы же хотите видосы вот посмотреть? У меня вот много. Вы меня забанили уже? Я говорю, сейчас вам вас сейчас забаню. Не надо. Ну я вот тут всякие редуксы скачивал. Меню. Что? Интериум. Админ недоволен. Вот согласен полностью с вами. Это вы, да, сейчас? Да, сейчас прям я. Недовольна обстановкой в паблике. Две личности, только то, что у вас на обоих. А это не вы? Я, да. У вас вспотело, да? У меня тоже вспотело, когда вот эти вирусы появились. Я еще так обосрался, думал, все уже. Ужас вообще какой-то. Так, давайте дальше. Так интересно просто, прикалываете надо мной. Не знаю, может... Да я шутник просто. Не, ну вирусы настоящие, это я не прикалываюсь. VP-сюстем. Стустем. Короче, товарищ администратор, все, читов у меня нету. Нет, мы будем дальше проверять. Нет у меня читов, все. Отказываюсь от проверки? Я не отказываюсь, просто мы сидим долго, товарищ администратор. У меня еще вирус надо удалять. Боже, верно. Ну, давайте так. Вы не будете говорить моему владельцу то, что я вам скачал вирус, а я вас спущу, будете дальше играть с читами. Хорошо. Но у меня читов нет. Договорились.
Всего доброго. Доброго вам, до свидания. Нормально, пацаны, на приколе админ попался.